Я вам сейчас все расскажу. Вообще, почему я решилась подготовки? Потому что сидела, работала и думаю, ну чё ж я тогда не поделиться бы со всеми своими знаниями. Решила я с вами поделиться этой простой технологией, которую, кстати, многие говорят об этом, но вы, наверное, не слышите. Она очень простая, вы, наверное, не догадывались. Так, как у вас делишки? Рассказывайте. Давайте пока присоединяемся. Мои ресницы сегодня видно? Ресницы у меня сегодня как вам? Прям, учитывая то, что у меня нет ресниц, мне очень нравится. Вам как мои ресницы сегодня? Купила сегодня тушь, поехала. Siberian Wellness Enigma. Ну, вот это люксовая, которая у нас, профессиональная косметика. Вообще супер, мне понравилось. Рекомендую. Ресницы делают шикарные. Очень хорошо удлиняет. Так, давайте, друзья. Значит, короткий эфир. Кнопка бабло. Значит так, все очень просто. Все очень просто. Я в своих обучениях, и многие говорят, пишите посты. Да? Пишите посты, пишите их там заумно, умно, красиво, хорошо. Вот, и люди к вам будут приходить. Вы пишете, пишите, их никто не читает, люди не приходят. Правильно? Вот, здесь все очень просто. Так вот, я вам скажу сейчас статистику, которую я узнала, вот почему я решила снять этот эфир. Я буквально сейчас ее прочитала, читала маркетологов исследования. И это меня навело на мысль снять этот прямой эфир. Так вот, я вам скажу следующее, что один просмотревший, потому что видеоконтент вызывает доверие, друзья мои, доверие. И то, что вы пишете посты, они нужны, безусловно. Безусловно, они нужны там экспертные, неэкспертные, разные, да, личные и прочие. Но когда вы пишете видео, и я в том числе сейчас вышла спонтанно в прямой эфир, это вызывает больше доверия. Вас видят эмоции через пост, вы не передадите. Очень сложно это сделать. Поэтому мой прямой эфир совсем короткий. Поставьте вот сегодняшнего дня себе задачу, я себе ее уже поставила, каждый день выходить в прямой эфир, каждый день на тему сетевого снимать прямой эфир. Я знаю, что здесь есть мои партнеры, которые меня тоже смотрят. Мои партнеры, я вас очень прошу это сделать сегодняшнего дня, начинать сегодняшнего дня. 30 дней поснимайте прямые эфиры. Во-первых, что вам это даст? Вы очень сильно повысите охваты в Инстаграм. Как это происходит? Как эта механика работает? Прямые эфиры, если Инстаграм, алгоритмы считывают, если человек проводит прямые эфиры, выкладывает сторис, человек активен. И он автоматически повышает охваты ваших сторис и ваших постов. То есть к вам люди приходят, потому что вы проводите прямые эфиры, вы активны здесь. Инстаграм считает, что это не бот. Бот прямые эфиры проводить не будет. Начните проводить прямые эфиры просто-напросто. После этого вы их сохраняете, прямые эфиры, и можете загрузить на IGTV, тоже хорошая площадка, да, в Инстаграме. Можете загрузить на YouTube. Пройдет 30 дней. И оцените результат. Друзья, после вчерашнего прямого эфира одного ко мне сегодня пришло 6 партнеров, подключилось 6 с одного прямого эфира. С сегодняшнего дня поставьте себе задачу проводить ежедневно короткие прямые эфиры и один большой прямой эфир в неделю на заданную тему. Все, вот она кнопка бабло. Вот она обычная кнопка бабло, больше ничего делать не надо. Ну как вам технология? Будете проводить прямые эфиры? С сегодняшнего дня начнете? Вот сделайте для себя обещание. Это делать несложно. Включили кнопочку на телефоне, выбрали фильтр. Я тут хотел, конечно, пожестить немножко перед тем, как выйти в прямой эфир. Фильтр был не такой нейтральный, как сейчас. Включились и делимся с людьми полезностями. Что вы знаете, да, своим опытом. Ну, классно же. Разговаривайте, общайтесь. Мне кажется, вообще супер и круто. Прям сегодня. Начните, вот сегодня первый день, сегодня у нас какое число? 7. Вот до 7 мая поставьте задачу каждый день снимать прямые эфиры. Вы повысите охваты в Инстаграм, вы будете постоянно...
постоянно наверху мелькать, в ленте там, где сторис, да, вы будете заметны. И вы таким же образом, просто органическим путем, бесплатным абсолютно привлечете к себе внимание. Убирайте все страхи, убирайте все сомнения. Это работает. Это работает очень круто. Вот такая вот кнопка бабло. Все очень-очень просто, друзья. Каждый день короткий прямой эфир. Один прямой эфир в неделю на заданную тему с дополнительным, сначала с оповещением. То есть вам нужно людей об этом, ну, подготовить на большой прямой эфир, да? А короткие прямые эфиры, да хоть каждый день, хоть 10 раз в день выходите. Все, как вам такая технология? Будете делать? Поставьте себе задачу, я себе поставила. И посмотрите месяц, вы увидите результат. Я думаю, что это вообще огонь просто. Так, друзья, всех была рада видеть. Я, как всегда, по-английски ухожу. Поделилась я с вами. Так что давайте тоже не сидите. Начинайте. Жду ваших прямых эфиров. Буду всех смотреть. Всем пойду смотреть. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Вот как здесь теперь выключить? Завершить, да? Все ясно.